Вона фотограф, яка фіксує через свій об'єктив унікальні, сповнені емоціями кадри, весілля, івент, репортаж. Для неї не проблема. Катерина Федоренко зробить чудові кадри. Інформація 100%. А якщо потрібно візняти драйвове, динамічне або романтичне відео з особливою увагою до деталей, для Костянтина Федоренко це не проблема. Разом вони – творча родина. Тож, сьогодні на дивані Катерина та Костянтин Федоренко. Привіт! Чого ви сидите? Йдіть до мене, давайте. Ви такі капелюшки. Як буде зручно. Сідайте, будь ласка. Неймовірно вас радий сьогодні бачити. Знаю, що тільки-но повернулися з подорожі. Так? І попереду у нас багато, майже багато часу для спілкування. Пропоную подивитися про вас, про вашу родину, творчу. Невеличкий прийом, окей? З удовольствием. Єс! То, шановні глядачі, увага на екран. Костянтин і Катерина Федоренко. Катерина – фотограф, Костянтин – відеограф, кліпмейкер. Вони – сім'я, команда. Любов один до одного – це сила їхньої єдності і віддачі оточенню. Створюючи роботу для тих, хто їм довіряє, вони виконують її перш за все як для себе, з любов'ю і увагою до кожної деталі. Сім'я Федоренко дарує пам'ять. Клас, мені нравиться. Супер! Там щось в текстурах, там підвисла картинка, але я маю надію на те, що в ефірі все було нормально. Це ж Рудани, найкращий телеканал. Може бути, це подвела прем'єра зі своєї стрілі. А ти знаєш? Так. Все, прощай. Більше ніколи. Так, з кого розпочати? Ladies first. Слухайте, я знаю вас вже багато років. Знаю, що ви неймовірні професіонали своєї справи. У нас було з вами багато фотосесій, і тому давайте розпочнемо з фотографії. Катерина, як давно ти знімаєш? Если вот посчитать в общем, то 5 лет. А так я год приблизительно училась, можно так сказать, по фану занималась этим, а потом уже серьезно вышла на свадьбу и как бы оно покатилось. А ты распочала снимать еще до встречи с Костянтином? Можно не продолжать, нет. Це так, хто був ініціатором того, що ти взяла в руки фотоапарат? Слухай, а зараз що тобі подобається знімати найбільше? Весілля, івенти, репортажі, про які я казав на самому початку, що подобається? Мені подобається дуже сильно знімати людей. Вне зависимости от того, какой это праздник. Моя работа — это всегда праздник. Я прихожу к людям и снимаю их знаменательные события, их дни рождения, свадьбы. Это супер моменты в жизни каждого человека. И мне очень, я чувствую себя по-настоящему особенно, когда прихожу и провожу день и это событие вместе с людьми, и радуюсь за них, и вместе с ними, и оставляю им память на всю жизнь. Я пам'ятаю, там родина Федоренко, да, дарують пам'ять. Це ключовий момент. Найголовніший слоган. Слухай, ну давай ще. Коли ти готуєшся до зйомки, на що ти вперше звертаєш увагу? На техніку, на людей, на моделі, на освітлення, на що? Ну, техніка у мене завжди заряджена, постійно вот, в такому смислі. І взагалі... Сначала, наверное, скорее всего, на свет, потому что это имеет уже огромное значение и для обработки, и для постановки. Вот. Сначала свет, потом люди и эмоции, главнее всего, важнее всего. Без света нет изображения. Просто. В ночи вы не снимаете. Снимаем, но тоже со светом. Мы же можем воссоздавать искусственное все, что да, у нас есть свет еще и для ночи, и для дня, в общем, для всех ситуаций. Много света. Ну ви заряджені. Мені цікаво дізнатися вашу професійну думку про те, чи достатньо світла зараз у цій студії. Я навіть знаю, хто це мог збирати. Йому привіт передаємо. Да, Ваня, привіт. Молодець у нас.
Так, Костянтин, ти також багато часу знімаєш. Скажи мені, будь ласка, чи ти встиг попрацювати з плівкою? Чи відразу це були якісь зеркальні, беззеркальні цифрові фотоапарати, камери? Як це все відбувалося? Максимум касета, може бути. Оця штука? Та ні, ти що, оця така була от маленька камера. Ну, як на ту время вона большая була. Та зараз? Ні, зараз вона тим більш большая. От. Ну, все, це вже електроніка давно. В тебе який став, таке згадав слово, на що ти знімаєш? В тебе дзеркальна камера? Я беззеркалочка, так. А чи беззеркальні? Це особливо не має значення, особливо на відео. Здесь уже есть разница, либо это кинокамера, либо это фотоаппарат. Все, больше ничего. Угу. Окей, ну давай так. Мені цікаво дізнатися, скільки часу пройшло з того моменту, коли ти зміг про себе заявити, що я професійно займаюся відеографічною справою. Знаєш, це кажеться кожен день, що вот этот момент произошел. Поэтому нет такого, чтобы я был уверен сейчас, прям на 1000%, потому что завтра лучше, техника меняется, понимание, насмотренность, опыт. Пришел домой, собрал материал, понял, где какие ошибки, уже с ним переработал. И, соответственно, дорабатываешь с каждой съемкой, качество все выше, выше и выше делаешь. А чи важко знайти свій стиль і в зйомці, і в постпродакшені? Сложно, но если я его нашел спустя 12 лет того, как я начал заниматься, то да, наверное, все-таки для меня это было сложно. 12 років? Да, ну это вот сейчас уже 13-й примерно год, как я снимаю, может, уже практически 14-й. Только лет через 12 я понял, что мне нужно. Я пытался у всех все там брать, там, допустим, с теми же свадьбами. Где-то я пытался как... Имена ж могу говорить, да? Да. Ну, как Красников, допустим, Александр, он там работает круто, конечно. Он круто работает с интервью. Кто-то работает круто с динамикой, кто-то прям вот статично очень хорошо снимает, допустим, там тоже Ваня Баранов. Вот, и вот так вот везде берешь понемножку, понемножку, понемножку. Ну, сперва берешь на 100%, думаешь, вот сейчас у меня получится, сделаю так же классно, как они. Думаешь, а что-то не получилось. Потом уже проходит время. Так или иначе, уже и находишь, как вот сделать это все по-своему, то есть доработать. Выработать свой стиль. У всех у нас, понимаешь, мы не можем это делать одинаково, потому что у нас как минимум даже рост разный, там, вес, мы двигаемся, мобильность, все абсолютно по-разному. Слухай, ну цікаво дізнатися про ті проекти, які ми з тобою знімали. Ну, по-перше, це перший та другий сезон Upgrade Project. Мені здається, що завдяки саме цьому проекту запросили мене працювати на Рудану. А також правила етикету. Тоді ти себе відчував професіоналом? Знаєш, якщо тобі це подобалось, я тобі пришлю номер карти, скинь мені гроші, а то зарплату отримаєш. Шутка. Так, я вже добрався. Эти проекты на самом деле были очень увлекательные, интересные. Они дали очень хороший толчок. Да и вообще они расширили мировоззрение как таковое. Потому что каждый раз, приходя в какую-то там новую локацию, спорт, либо чтобы не происходило разностороннее, мы видим все это со стороны кухни. Абсолютно. Не с той стороны, как видит зритель. Вот. Мы понимаем и проникаемся, что вот происходит в самом процессе. Напомни мне сам вопрос. Ты себя вишивал? Тогда, вот. Тогда я с этим знакомился, к этому я вел. Тогда я с этим знакомился максимально и, соответственно, не мог тогда себе прям 1000000% быть уверенным. Но я считаю, что мы делали все очень хорошо на то время передовое. 16-й роки. Да, мы сейчас можем вообще взять идеально и выйти очень серьезные, я думаю, каналы, на либо что. Поэтому надо задуматься, Миша. Окей, дякую. Є над чим поміркувати. Катя, давай з тобою. Мені цікаво, з розвитком соціальних мереж, таких як Інста, Фейсбук, там, можливо, якісь ще інші, яких фотографій хочуть бачити та отримувати люди? Якщо смотреть со стороны соцсетей, это больше контентные фотографии про раскрытие личности.
Бывает, клиенты приходят для того, чтобы создать свой блог, чтобы он был красивый, оформленный и с качественными фотографиями. Вот. Если смотреть с этой стороны, тогда нужно снимать личность как таковую, портреты и увлечения. Вот. То, что интересно людям, вот так это и раскрывается через блог. Слухай, ну а зараз ти помічаєш різницю між фотографіями, зробленими на професійний фотоапарат та на телефон? Адже мені здається, що зараз, можливо, якась ця границя, вона дещо старається, чи ні? Ні, різниця завжди видна. От правда, завжди, абсолютно. Не может обычный просто телефон, смартфон, даже с современными камерами на них сделать то, что может сделать профессиональная камера. Не будет того качества, того расширения. Снова же, зависит все от задачи, абсолютно. Ну, возможно, да. Окей, цікаво дізнатися, який в тебе став, яка в тебе техніка, скільки в тебе об'єктивів та які. Я маю надію на те, що я зрозумію, про що йде мова. У мене зеркальний фотоапарат. 3 объектива, полный набор для того, чтобы снять все красиво с разных ракурсов. Ось, до речі, про ракурси. Чи буває таке, що потрібно якось підстроїтися під подію, яка відбувається, під пару, під те, щоб відзняти з найкращої точки? Можливо, там лежачи, можливо, навіть десь там зверху. Буває таке статися чи ні? Звісно, абсолютно. Ти не станеш і не будеш просто знімати отак от з одної точки, отак просто, як люди мимо тебе проходять. Абсолютно, потрібно підбирати кадри, дивитися угли, как композицию прежде всего. Если с людьми, тогда нужно смотреть уже на то, как люди себя ведут и как они стоят, как они, ну, увидеть их с самой красивой стороны, такими, какие они есть изнутри, вот, и снаружи, соответственно. Потому что фотография нужна для того, чтобы люди запоминали себя в этот момент, сейчас, и в самом лучшем виде. То есть никому не нравятся фотографии с закрытыми глазами или с искаженными лицами. Все хотят видеть себя красивыми, такими, какие они есть на данный момент, какие они видят себя в зеркале, с того правильного, красивого ракурса, чтобы это все выглядело очень симметрично по композиции. А щодо обробки, це важлива частина роботи фотографа? Чи можна зробити класну фотографію без обробки? Смотря с какой стороны посмотреть. Можно, конечно, сделать классную фотку без обработки и сразу. Это уже нужно копаться в настройках фотоаппарата, как бы, но к этому приходят не все и не сразу. Это такой слишком сложный процесс. Вот. Но постобработка, она классная тем, что можно исправить любой косяк фотографии и сохранить эту эмоцию, этот момент, который получился, возможно, случайно, либо получился по свету, там солнце резко зашло. Как бы обработка для этого нужна. Ну и, соответственно, добавить сочности, красочности, яркости. А щодо пари, якщо ви знімаєте, наприклад, там весілля чи love story, це для вас обох питання. Як зробити так, щоб пара себе відчувала невимушено та максимально емоційно розкритою? Чи є якісь? Прежде всего, ми стараємося познайомитися. Обязательно до съемки, потому что съемки без знакомства личного, такого обширного диалога, там хотя бы на час, обходится очень сложно, потому что люди стесняются. Вот. В процессе мы остаемся самими собой. Мы остаемся. Самими. Вот, да. Мы, так как мы есть такие, какие мы есть, мы притягиваем к себе таких же вот людей. Они уже, прежде всего, предрасположены к нам. Ну, соответственно, нужно общаться на все темы, узнавать людей. Фотография и видео — это не про то, что мы просто пришли и сняли вот, ну вот покружитесь как-нибудь или вот в таком духе. Нет, это история, это в любом случае история. Фотография — это история, видео — это история. С раскадровкой, полностью с моментами. У пар бывают какие-то ключевые, переломные моменты в жизни, вот в любовной жизни, можно так сказать. И эти мелочи, вот недавно у нас даже свадьба была, в которой невеста рассказывала о том, что вот
про конфеты, как они друг другу дарили конфеты и какое это имеет для них значение. Вот просто, ну, это такие мелочи, но, опять же, они играют роль в истории. И мы общаемся с людьми, мы узнаем их поближе для того, чтобы вот показать их, а не просто очередных клиентов, которые пришли к нам на съемку. Это помогает узнать их естественное поведение. Ну, такі дрібниці, які важливі. Simple things that matters. Є така навіть пісня. Sorry, but I don't speak English. I don't speak English, too. Слухайте, в нас залишилося 5 хвилин. Ми подивимось деякі фотографії від Катерини. А зараз в мене питання щодо вибору локацій для зйомок. Ну, давайте не будемо там про кліпи, давайте ми не будемо там про якісь, не знаю, там портфолійні зйомки. Візьмемо весілля. Чи є в Кривоморозі зараз локації для того, щоб відзняти нормальний, класний контент для пари? Вообще есть. Конечно, есть. Вообще в любом месте можно снять красиво. У нас очень красивая украинская природа, на которую можно даже за город выехать и красиво отснять. Вообще локация, конечно, очень важна, чтобы не было чего-то там сзади яркого, выбивающегося, либо много людей, которые одеты в зимнюю одежду, например. Да? Вот, важно, чтобы люди были расположены. Вот. Мы же снимаем людей. А локація – це просто доповнення. Окей. Костянтин, погоджуєшся? Так, звісно. Так, ну а зараз подивимось фотографії від Катерини та декілька слів. Будь ласка, прокоментуйте, що ми бачимо. Номер один – фотка. Фотка. Так, кольоровий дим, багато автівок і дівчина. Що на цій фотографії? Ну, с этими фотографиями мы пришли на конкурс Photo Insight и выиграли в нем. О, мы знаем! Спасибо! Как раз с этими тремя фотографиями, которые сейчас будут показаны. Была тема, было три темы, которые нам дали воплотить. Фото и видео, соответственно. Вот. И мы решили не просто подумать прямо о том, как мы думаем, да, вот, насчет этой темы, а проявить тему через экологию нашего города. И не только, возможно, нашего, вот, но и любых других, в которых есть заводы. И машины, и вот все, все, что портит экологию, как бы. Вот. Да, и вот так подумали, всей командой обсудили идеи и пришли к тому, чтобы вот девушка, она лежит в противогазе, вокруг машины, которая... Отравляют. Отравляют, да, воздух выхлопом кислотным, соответственно, который мы даже не видим. О, спасибо. Окей, давайте далі. Наступно, прошу. О, ну тут хтось лежить. Да, это люди, горожане. Знайомі пейзажі. Знайомі пейзажі. Так, так, так. Там не видно обличчя. Там також противогаз? Нет, там получается, да, у одного парня противогаз, а у других повязки на лице. Ну, как бы у людей, которые лежат снизу. Это горожане, которые живут и закрывают глаза на то, что происходит постоянно. Мы все акцентируем внимание в соцсетях о том, что вот у нас есть заводы, которые травят нам воздух, который мы дышим, дышат наши дети. Патриотичный эфир. Просто даже когда на машине идет дождь, на машине остаются кислотные пятна, и мы все это знаем. Вот, вот, да. Будь ласка, давай, давай, давай. Вот с такой стороны. Тематика дуже актуальна. И... Это просто то, что вот в нашем городе живут люди, которые все танцуют. Танец света. Все мы танцуем. Я танцую. В душе мы другие. Просто быстро. Слухайте, супер. Ну, клас. І такі важливі теми, як екологія, ми з вами в рамках нашого ефіру обговорили і про фото, і про відео. Я казав, що 20 хвилин – це небагато часу, але мені здається, що ми були на 100% продуктивними. Як і гарні фотографії від Катерини. Інформація – сотка. Тож підіймайтеся, будь ласка, підіймайтеся. Я вам дуже вдячний за цей ефір. Ой, ну це було так неймовірно, коли ви там прибирали щось там один з одного.
такого в нас ще не було. То, шановні, на сьогодні це все. Костянтин, чого ти виліз? Ось туди, будь ласка, подивіться. Ось туди в ту камеру та кажіть всім бувайте. Пока-пока. Удачі.